Бога молим, оружие воинское наше не плотские, но сильные Бога на сокрушение всяких твердынь дьявола. Для того явился Сын Божий, чтобы сокрушить сатану под ногами твоими. Дорогой Небесный Отец, мы становимся в духе, в теле Христовом, совместно с духом моим братьев и сестер, совместно с духом Господа мы разрушаем власть дьявола над нашей страной, над нашими жителями, украинцами. Мы разрушаем власть дьявола над каждым членом этой церкви, над верующими и неверующими, всякие оковы именем Иисуса Христа. Мы призываем огонь с неба, который пожирает всякое нечестие в нашем разуме, в душе, в теле, прикосновение физически. Мы запрещаем тебе прикасаться помазанным людям, мы запрещаем тебе прикасаться к верующим людям, мы запрещаем тебе прикасаться те, кто отмечены кровью Христовой и Духом Его запечатлены, мы запрещаем прикасаться, ибо это принадлежность Бога во имя Иисуса Христа, ибо глава церкви Христос, и Он пасет своих овец, и сила Его в руке Его, и пусть замышляют замыслы, они рушатся. Пусть говорят слово, оно не состоится, ибо их слова как дрова, наше слово как огонь, оно просто идет как поедающий огонь. Во имя Иисуса ни одно колдовство, проклятие, молитва сатане или еще что-то не состоится, не сбудется, ибо это есть ложь. Истина, что живущий под кровом Всевышнего, он под сенью всемогущего Бога покоится. И он говорит, что и Бог прибежище и защита моя. Скажи, моя защита, Бог, он щиталавасия. И он дал власть наступать на змей скорпионов. Он дал власть наступать на вся вражью силу. И он сказал, что ничего тебе не повредит, и мы наступаем на змея и скорпиона. Он нас возводит на гору, он перепоясывает силы Духа Святого, он настигает врагов наших и поражает их, и они падают, и нет им спасения, ибо отобрав власть, он поверг их позору и восторжествовал над ними собой, и он живет в тебе и мне, и эта победа, победившая мир, есть вера наша, и это Христос, который в нас. Во славу Его мы молились, во имя Сына Божьего Иисуса Христа, который есть победитель. И все сказали «Аминь». Аминь. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Улыбнитесь Богу, кого дашь почувствовать силу, ибо Евангелие Божие не в убедительных словах. Почему я приглашаю всегда отца Сергия?